руки. Будьте благословенны, приветствую вас еще раз. Будьте благословенны. Сегодня у нас было очень мощное поклонение. Днеска имахме мощно поклонение. Слава Богу, что молодежь поднимается, да? Слава Богу, чем молодежь. Сегодня меня Бог вот реально коснулся. Днес Бог ме докосна. Я думаю, еще немного я как лужа растекусь. И още малко, и ще се растекна като локва. Или скрипка меня так тронула, да? Может быть, сигулка толкова много ме докосна. Ну, я думаю, что вообще общее такое помазание. Мисля, че е общо помазание. И такое мощное присутствие сильное сегодня. И мощное присутствие. Я благодарю еще раз Сонера, да, что приехал Благодаря к нам. Благодаря Сонер, че дойде тук. Поучаствовал в нашем прославлении. Поучаствовал в нашем поклонении. Вы еще долго здесь? Задолго ли ще бъдете тук? Хотелось бы еще. Бихме искали още да продолжаваме така. Думаю, это же надо было не только на скрипке научиться играть, а... Научиться ловить помазание – это еще больше дар. Честно, научил не самому свирить цигулку, а ловить помазание. Вот. Следующий раз у нас будет и проповедовать, и прославлять Бога семья Тауткас. Следующий раз будет проповедовать, что хвали Господь семейство Тауткас. Своих друзей, родных. Своите приятели, родни. Потому что будет мощное слово. За что-то, что имам мощное слово. И мощное поклонение. И мощное поклонение. Потому что мы знаем эту семью. За что-то познаваем это ваше семейство. Гауинтус Тауткус – это бывший лидер группы Рондо. И Тауткус – бывший лидер на группе Рондо. Из Литвы. От Литва. Который уверовал в Бога. Който поверовал в Бог. Еще в советские времена. Още в Советский Союз. Заявил, что он верующий человек, христианин. И той заявил, че верующий человек. Все подумали, что он сошел с ума. И всички са помислили, че той полудял. Человек, который находился на грани самоубийства. Человек, който се намирал пред самоубийството. И в одном отеле с четвертого этажа он сбросился. И в один хотел от четвертого этажа, той паднал вот там. Упал на землю. Хвърлил и паднал на земята. Поломал себе позвоночник. И се щупил гръбначния стълб. И находясь в состоянии клинической смерти. И в состоянии на клиническата смърт. Встретил там Иисус Христа. Той срещнал Иисус Христос. Вернулся оттуда, с того света. Вернулся от онзи свят. И начал прославлять нашего Бога. И започнал да хвали нашия Господ. Я просто, когда я первый раз услышал песню «Исцелен», и первый раз, когда чух песента «Исцелен», этот человек получил исцеление. За что-то тот же человек получил исцеление. Можете себе представить, Бог восстановил ему позвоночник. Бог ему восстановил гръбначния стълб. После того, как он с четвертого этажа упал на спину, и се счупил гърба. Ну, как это можно назвать? Как това е възможно? Это только чудо. Това е чудо. Вот как можно еще обращаться вот к лидерам вот этих музыкальных светских групп? Как можно обращаться к лидерам на светские группы? Ну, только вот сбрасывать их с четвертых этажей, да, или там откуда-то да там. Да их хвырляем от четвертый этаж. Ломать им спины, да. Да им чупим. И встречаться с ними в коматозном состоянии. Гръбначните стълбове и да се срещаме с тях в клинични състояния. Гордые, надменные, да. Те са горди. Кумиры многих сердец, красавцы. И вот один из них это Петр Тауткус. И один из них это Петр Тауткус. Поэтому приходите, приводите, приглашайте друзей, знакомых. Так че идут и другие пыты, и конец свой это познать и семейство. Будет, это будет мощное служение. То, что будет мощное служение. У меня сегодня тема. Несколько вам такая тема. Я продолжаю тему духовной войны. Продолжаем тему на духовную войну. И в прошлый раз я начал говорить. Только начал говорить. Предния път само започнах да говоря. Только коснулся этой темы. Докоснах тази тема. Потому что тема эта очень обширная. За что тази тема много обширна. И очень важна. Много важна. Скажи, очень важна. Много важна. Это тема святости. Твоя тема за святость. Вот только тема эта, знаете, почему-то связана с такой тоской. Бачи, тази тема связана с скуком. И кто-то, может быть, сейчас смотрит наше... По Может быть, предавание, някой, да, някой не гледа по българска телевизия сега. И думает, ой, опять о святости своей. И си мисля то пак отново святост. Ну как это скучно. Това е много скучно. Ну вы знаете, если вы не поймете тему святости. Но ако не разберете темата за святост. Вы вообще ничего не поймете. Ничто няма да разберете. Понимаете, да? Потому что, ну, святость, это, ну, это важнее всего. За что-то святость, это наиважно тут всичко. Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. Бог казва, будете святи, за что-то аз съм свят. Вы знаете, вот Писание говорит, Иисус Христос так говорит. Писание то казва, че Иисус Христос вот. Така казва. Многие. Много хора.
будут обращаться ко мне: Господи, Господи. Что се обръщат към мен: Господи, Господи. Не твоим ли именем мы? Не с твоето име. Исцеляли. Аз исцелявахме. И бесов изгоняли. И изгонвахме бесовете. И воскрешали. Воскресявахме хора. И тогда скажу им. И тогава ще кажа на тях. Отойдите от меня. А махнете се от мен. Я не знаю вас. Не ви познавам. Делающие беззаконие. Които правят беззаконие. И прислушайтесь к словам Иисуса Христа. И послушайте внимательно на думите на Иисус Христос. Для Иисуса Христа не важно, сколько ты бесов изгнал. За Иисус Христос не важно, колко бесове си изгонил. Для Иисуса Христа не важно, сколько человек ты исцелил. Не важно, колко хора си исцелил. Сколько чудес ты совершил. Колко чудеса си направил. Для него важно, сохранял ли ты для него святость свою. За него важно, дали си запазил святоста си за него. Был ли ты его невестой? Бил ли си неговата невяста? Которая без пятна и порока. Която без пятно и пороци. Без пятна и порока. Без пятна и пороци. И кто-то из вас подумает: ну, возможно ли это вообще? Някой ще помисли, дали това въобще е възможно. Без пятна и порока. Без пятна и пороци. Ну, кто может себя вот в этом грязном мире, на самом деле. Кой може себе си да запази в този много мръсен свят? Прожи всю жизнь и не испачкаться. Да проживеш цял живот, без да се замърсиш. Попробуй залезть в болото. Опитай да влезеш в блато. И вылезти оттуда чистым. И да излезеш от него чист. Возможно ли это? Това възможно ли е? И скажи: с Господом все возможно. Кажете: с Господ всичко е възможно. Мы сегодня не говорим о человеческих возможностях. Не говорим за човешките възможности. Мы сегодня говорим о той возможности, которую предоставил нам Бог. Но говорим за възможността, която ни е дал Бог. В Сыне Своем возлюбленном. В Сына Си. Единородном. Единороден Иисусе Син, Христе. Иисус Христос. Вот в Нем все возможно. В Него всичко е възможно. Я могу так сказать, что это не процесс одномоментный. Това не е едномоментен процес. Ты покаялся когда-то? Покаялся се веднъж. Стал святым? Станал си свят. И продолжаешь хранить свою святость и оставаться святым на протяжении всех. И продолжаешь, да, сохраняешь святость си и да оставаешь своих лет в вере. В продолжение на своите години на вярата. Вы знаете, сегодня хочу открыть потрясающую главу. Искам да отворя много прекрасная глава. На самом деле еще более потрясающая, чем 11 глава. По-хубаво от 11 глава. Глава веры. Главата на вярата. Где перечисляются герои веры. Където се преброяват героите на вярата. Так называемая ассамблея веры. Ассамблеи на вярата. Ассамблея святых. А на святите. Последующая глава, 12 глава послания к евреям. Посланието към евреи, 12 глава. Сегодня моя тема называется «Будь в зоне досягаемости». Днес темата ми се нарича «Бъдете в зоната на достъпност». Вы знаете, это мысль или откровение Кевина Макноути. Това е мисълта на Кевина Макноути. Это наши друзья. Това са нашите приятели. Лесли Макноути приезжала к нам в Варна. Лесли Макноути е идвала в Варна някога. И мы имели с ней общение. И общувахме с нея. Это потрясающие евангелисты. Тя е прекрасен евангелист. Международного масштаба. Международен масштаб. На служение которых получает исцеление, ну, тысячи, десятки тысяч людей. На служение им десятки хиляди хора получават исцеление. И вот когда-то Кевин подарил нам книгу. Мы были на пасторской конференции. И Кевин не подари книга. И эта книга называлась «Золотые слитки». И тази книга се наричала «Златни слитки». Там много было его мыслей из его практической христианской жизни. И там има много мысли на него, от неговия живот в христианството. И вы знаете, одна мысль мне очень запомнилась. И нам мысль се запомни. И сегодня я хочу ее воспроизвести. И искам да кажа тази мисъл днес. Мысль очень простая. Тази мисъл много проста. Будь всегда в зоне досягаемости Бога. Бъди винаги в зоната на достъпност на Бога. Будь всегда доступен Богу. Винаги бъди доступен за Бог. Чтобы Он тебя просто вот так взял и просто использовал тебя. Просто да ты взима и да ты использва. Для своей славы. За своята слава. Для своей любви. За своята любовь. Для своей совершенно невероятной радости. За своята совершенно невероятная радость. Чтобы еще кого-то благословить. За да благослови още някого. Чтобы еще кого-то спасти. За да спаси още някого. Знаете, я на себе пережил вот этот момент.
И вверху себе сам переживал такой момент. Насколько важна святость? Сколько много и важна святость? Насколько важно хранить себя от идолов? Сколько важно допазишь себе от идолов? Знаете, это было давно. Твое было много давно. Я тогда не был еще пастором. Тогава не бях пастор. Я был молодым проповедником. Бях млад проповедник. И мои проповеди, они были очень такие горячие, огненные. И мои проповеди бяха огненные, горящие. Я буквально вытаскивал их из печи. И взимал их от печи. И очень много людей, молодых людей подходило ко мне. Много молодых хора идваха при мен. И говорили такие прекрасные слова. Казваха прекрасные думи. Что ваши проповеди просто настолько впечатляющие. Че ваши проповеди са толкова впечатляващи. Что они буквально вот так отпечатались у меня на сердце. Че ты много силно докоснаха моето сердце. И я помню, что я пришел домой. Спомним си, че се прибрах в къщи. Очень уставший. Бях много изморен. Я работал тогда в реанимации. Работал в реанимации. В онкологическом отделении. В онкологическом отделении. И я подумал, что уже вечер. Помислих, че вече вечерта. Я остался один. Станах сам. И думаю, ну, вот я себе, ну, мы вообще в Казахстане вообще этого избегаем, ну, верующие люди. И в Казахстан верующие хора избегаем и това. Ну, мы категорически, то есть мы не принимали ни капельки алкоголя тогда. Не взимах мы ни ту капку алкоголя. А мне так хотелось, вот как-то, ну, не знаю, может быть, мирской ум сработал тогда. Может быть, тогава светский ум работал с меня още. Прежний образ жизни ветхого человека. От преднее ми живот. Ну, думаю, выпью немножко пивка. Что испия малку бира. Вот там купил себе, ну, маленькую бутылочку. Купил себе малку шише бира. И вот, ну, никого же нет. На линяма никого. Я позволил себе одну чашу, пива выпить. Да испия. И стало хорошо, да, я расслабился. Стало много хубавым, аз отпуснах. И кто-то стучит в дверь. И някой чука на вратата. Я думаю, ну, как-то неудобно, подошел к глазку, посмотрел. Я смыслих, че малко неудобно, погледнах в малко прозорчик, кой това. А там, с другой стороны, стоит наш бывший реабилитант. И това стои наш бывший человек от рехабилитации. Ну, такой, он стал очень таким благословенным братом. Той стал много благословен брат. Уверовал. Той повярва. И он такой искренний. Беше много искрен. Вот, и я что-то чего-то коснулся и как-то обнаружился, можно так сказать. Я докоснах нечто и се обнаружих. Я понял, что он понял, что я здесь. Аз разбрах, че той разбрах, че аз съм тук. Хотя мне совсем не хотелось открывать дверь. Но аз не искал да отварям вратата. Я понимаю, что у меня там изо рта уже, наверное, идет такой фан. Что-то помислих, че вече от устата ми мириши на алкохол. Ну, так как я обнаружился, я открыл дверь. Така че той забеляза, че съм в къщи и затова отворих вратата. О, брат, заходи, дорогой. Я сгу каня в къщи. Давай вместе там чай попьем. Да, пьем заедно чай. И он зашел. Той влизам. И мы, ну, сели за стол. Седнахме за масата. Вот, я налил чай. Налях чай. Он начал делиться своим последним откровением. Той започна да споделя своите последние откровения. Я стараюсь держаться от него подальше. Аз се старая да буду от него подалеч. Потом он начал исповедоваться. После той започна да се исповядва. И начал говорить о том, что у него есть проблема. Той каза, че има проблеми. И он исповедовался передо мной. То есть исповеда пред мен. И вот здесь вот, знаете, я вот осознал вот этот момент. В тот момент осознах один момент. Я очень пожалел. Много сожалявах. Что я не оказался в зоне доступности Бога. Не се оказах в зоне на доступность на Бога. Вот эта маленькая чашка пива. Тази малка чаша на бирата, с бирата. И Бог уже не мог пользоваться мной. Вот, и Бог вече не мог да ме използва. Просто пустой, как барабан. Я бях много празен, като барабан. И мне стало тогда так стыдно. Стана ми много срамно. Я пытался что-то ему говорить. Опитах се да му говоря нещо. Но в этот момент я понял, что он почувствовал перегар от меня. И в този момент усетих, че той почувствовал мирис на алкохол от мен. Его лицо буквально исказилось. И лицето му се промени. Просто от недоумения. И той започна много да се чуди. Я думаю, что он был очень разочарован. Мисля, че той се разочаровал в онзи момент. Он молча встал. Той молчайки стана. И молча ушел. И си замина. Слава Богу, что через какое-то время мы восстановили отношения. Слава на Бога, че след време восстановихме отношенията си. Да, с тех пор я так больше не поступал. След това спрях да правя това. Но этот случай мне очень сильно запомнился. Но даже случай много ми се запомни. Вы знаете, это как вот апостол Павел советует.
И как-то апостол Павел советва. Не упивайтесь вином. Не все упивайтесь с вином. От которого бывает распутство. От кое-то может има распутство. А лучше. По-добре. Исполняйтесь Духом Святым. Все исполняйте со Святия Дух. Слава нашему Богу. Слава на нашему Бог. Это действительно лучше. Това е много по-добре. Вот, кто вот этого не переживал, не поймет меня сейчас. Кой-то не переживал этого, няма да ме разбере. Что значит сега? Исполняться Святым Духом? Какво е да се сполваш со Святия Дух? Вы знаете, действительно, настоящая радость. Истинската радост. Когда ты вместе с Богом. Когато си заедно с Бог. Можешь свободно входить с дерзновением во святая святых. Можешь спокойно да влизаш в свята святых. И совесть твоя не осуждает тебя. И совестта ти няма да те осужда. Потому что ты омылся драгоценной кровью Иисуса Христа. Защото си измит с кръвта на Иисус Христос. И вот это неописуемая радость. И това е твоя радост, голяма радост. Свободно славить Бога. Можешь свободно да славиш Бог. Духом Святым. Со Святия Дух. Вот сегодня я поклонялся Богу в духе. Несколько се поклонях на Бог в дух. Так невероятно. Това беше невероятно. Я начну читать. Ще започна да читам. Иногда я люблю просто читать. Понякога обичам просто да читам. Потому что это Слово Божие. Защото това е Словото на Бога. Его можно просто читать. Може просто да го читем. Но еще раз повторю, что глава это потрясающая. Но ще повторя, че тази глава е потрясяваща. 12 глава с 1 стиха. 12 глава от 1 стих към евреите. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, перевод можно смотреть на проекторе, да, есть. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что надо сделать с запинающим нас грехом? Его надо просто вот так, пинка ему под зад, да свергнуть, чтобы летел с кувырками и не приближался. Даже к Каину было обращение, Бог говорит. Дуриком Каин Бог се обърнал. Это когда Каин уже убил Авеля. Когда Каин вече убил Авеля. А нет, это было непосредственно перед убийством. Преди убийството. Говорит, если ты делаешь добро, ако правиш добро, не поднимаешь ли лицо к небу? Не си вздигаш лицето към небето. Но если делаешь злое, но ако правиш зло, то грех у порога твоего лежит. То грех ще бъде на твой праг. Но что нужно делать с грехом? Какво трябва да правиш с грех? Еще задолго до Иисуса Христа. Още преди Иисус Христос. Бог обратился к человеку. Бог се обърнал към човек. Но ты господствуй над ним. Трябва да господстваш. Что надо делать над грехом? Над него. Надо над ним господствовать. Не позволять ему брать верх над тобой. Да не ему позволяваш да ты руководи. Ну что сделал Каин? Ну какой направил Каин? Каин подошел к Авелю. Той дойде при Авел. Говорит, пойдем выйдем, разберемся с тобой. Ела да учидем, да си поговорим. Так написано, пойдем выйдем на поле. Да, той го покани на полето. Вывел его на поле. На полето излязоха заедно. И убил его. И го и убил. Со второго стиха. От второго стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще, послушайте внимательно, да, четвертый стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Как надо сражаться, подвязаясь против греха, то есть, если надо, то и до крови. То есть не идти на компромиссы с этим миром. Да, не правим компромиссы с този свят, ако се сражаваме срещу греха, да го правим до кръв. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, которое всем, без наказания не остается ни один Божий ребенок. Но если кто-то хочет оставаться без наказания, говорит так, я не хочу, чтобы Бог меня наказывал. Някой иска да остане без наказания, казывает, че аз не искам Бог да ме наказва. То Бог сделает это. И Бог ще направи това. Но вы останетесь. Но что останете? Незаконными детьми. Незаконные деца. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сеять для пользы, для чего еще? Запятая. Чтобы нам иметь участие в святости Его. Скажи аминь. Вот для этого.
Бог хочет, чтобы мы были святыми. Бог искает, да будем святым. И Бог очень мягко подводит к этому. И Бог мягко не подвеждает к этому. И вы знаете, вот послание Петра, да, Петр пишет. Послание от Петра. Страдающий плотью. То есть какой-то страдает с плот. Что делает? Как во праве. Он перестает грешить. Той спира да греши. Я скажу сейчас китайскую одну поговорку. Ты кажешь китайская поговорка? Китайцы так говорят. Китайцы ты казва така. Когда человек здоров? Когда человек здоров? У него есть тысячи желаний. То има хиляди желания. Когда болен? Готов болен? Только одно. Самое дно. Только одно желание. Я думаю, вы понимаете, какое. Если ты разберете, какое твое желание. И вы знаете, Бог это не специально делает. Бог не го прави нарочно. Просто Бог хочет показать. Просто Бог иска да не покаже. Ну не греши и не будешь болеть. А аку няма да грешишь, няма да болидуваш. Старайся жить без греха. Старайся да живеешь без грех. Самому это невозможно. Сам няма да можешь да го направишь. Но с Господом. Но с Господ. Все возможно. Всичко возможно. Я продолжаю. Чтобы нам иметь участие в святости Его. Бог хочет, чтобы мы имели участие в святости Его. Кстати, причастие что такое? Какое причастие? Причастие – это стать частью, да? Да станешь часть. Стать частью святого тела Иисуса Христа. Да станешь часть на святое тело на Иисус Христос. Прогласить духовному миру. Да провозгласишь в духовный свят. Что я являюсь частью Иисуса Христа. Часом часть на Иисус Христос. И непрестанно умываюсь Его драгоценной кровью. И сумиваем со с Неговата Богосвятая кровь. Я исповедую грехи. Исповедуем греховете. И кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Кровь на Иисус Христос мне очиствует от всякий грех. У нас в следующей неделе будет причастие. Следующая седмица, что имаем причастие. И написано, в прошлый раз я об этом проповедовал. Миналия път проповедовах за това. Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Да се признавате свои поступки один перед друг. Для чего? За какво? Чтобы вам исцелиться. За да се исцелите. Вот ответ на то, что кто-то из вас болеет. Твой отговор, за что некую от вас может болидува. Хочешь исцелиться? Аку искаш да се исцелишь? Исповедуй свои грехи. Исповедуй свои грехове. Перед братом, перед сестрой. Пред брат или сестра. Вскрой гнойник. А покажи... Вскрой то, что тебя мучит. Открий това, което те измучва. Да, вскрой рана. Да, да покажи свои рани. И пусть эта грязь она выйдет. И нека тази мръснота да излезе. И позволь Богу очистить эту рану. И позволи на Бог да очисти тази рана. И наложить этот пластырь. И да сложи пластир върху нея. Еще есть целая неделя. Има още една седмица. Есть возможность еще найти время. И имате възможност да намерите брата или сестра. Намерите время да се срещнете с брат или сестра. И исповедаться. Да се исповядвате. Очистить свое сердце. Да очистите своето сърце. Свои внутренности. Своите вътрешности. И как последствия очистить все свое тело, всю свою жизнь. И да очистите свое тело и свой живот. Всякое настоящее, это уже 11 стих. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научен через него доставляет мирный плод праведности. Мир приходит от того, что ты стал праведным. Идва мир от того, что ставаешь праведен. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшиеся колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Ну, не подкашиваться от того, что Бог меня наказал, не огорчиться, не войти в депрессию. А наказал, значит, я сын. Наказал, значит, я дочь его. Значит, Бог хочет, чтобы я стал еще лучше. Так или не так? Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто, еще раз повторю, никто не увидит Господа. Насколько это важнее исцеление? Сколько поважно от исцелението? Насколько это важнее служение освобождения? Сколько поважно от служения на освобождаване? Что ты можешь освобождать? Можешь да освобождаваш. И после этого никогда не увидеть Господа. И после этого никогда да не видишь Господ. И пойти в плохое место. И да утидешь в лошу место. Ты можешь быть целителем. Можешь да си целител. И можешь быть одновременно очень порочным человеком. И в същото время можешь да си порочен человек. Я могу так сказать, что ты можешь даже быть евангелистом. Дори можешь да си евангелист. Можешь быть одновременно наркоманом. И в същото время можешь да си наркоман. Или находиться в еще какой-то более серьезной зависимости. Или имаш още някаква посилна зависимост. Практика об этом говорит, христианский опыт об этом говорит. Христианский ми опыт казва за това.
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который был, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, но к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Моисей, перестань говорить. Моисей, позволь нам. Ты иди там на гору, там общайся со своим Богом, мы где-нибудь там, где-нибудь просто вот так будем жить, ты потом будешь просто передавать, и мы будем стараться это исполнить. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили, к какой горе мы приступаем? Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу. И смотрите, что написано. «И к духам праведников, достигших совершенства». Скажи, я праведник? А сам праведник? Достигший совершенства. Кой-то достиг совершенства. И вот тебе важно в это поверить. Важно, это очень важно. Ну, важно, что вам. Только сразу скажу вам, не обольщайтесь. Самое, что кажет, донеси обуль. Потому что мы не можем без Иисуса Христа не можем без Иисус Христос достигнуть совершенства. Да, достигнем совершенства. Мы достигли Христа. Достигнах мы Христос. Потому что Бог так захотел. За что ты Бог поиска такая? По Его преизобилующей милости. А, со снегу это милост. Потому что Он всемилосердный Бог. За что ты милосерден Бог? И Он захотел тебя помиловать. И ты поиска, да, ты помилова. И мы достигли по этой причине, достигли совершенного Иисуса Христа. По этой причине достигнах мы Иисус Христос. Который всегда рядом. Кой-то винаги до нас. Который всегда доступен. Кой-то винаги доступен. На расстоянии поднятой руки. На расстоянии то навдигнута рука. Скажи аминь. Кажете аминь. Вот просто поднять руку и сказать Иисус. Просто вдигнете рука и кажете Иисус. И Он уже здесь. И то, что будет тук. К ходатаю Нового Завета Иисуса и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Вот мы сегодня говорили о том, что Каин убил Авеля. Несколько раз мы читали, Каин убил Авел. И кровь Авеля начала вопиять из земли. И кровь на Авел започна да се возмущава от земята, да вика, да вика от земята. Да. Но кровь Иисуса Христа, она лучше крови Авелевой. Но кровь на Иисус Христос подобра от Авеловата. Почему? За что? Потому что кровь Авелева, она только вопияет. За что то кровь на Авел саму вика. А что делает кровь Иисуса Христа? А какого правит кровь на Иисус Христос? Она ходатайствует за нас. Тя ходатайство. Она вступается за нас. Тя се заступва пред нас. Слышите, да? Она защищает нас. Тя не защитава. Это самая невероятная защита на земле и на небе. Твоя наивероятная защита на небето и земята. Она очищает нас. Тя очиства. Написано, от всякого греха. От всяких грех. Без исключения. Без исключения. Если мы открыты для Иисуса. Ако сме отворени пред Иисус. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означает изменение колеблемое, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, заключение. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. За что? За что наш Господь огонь, който пояжда? И еще раз повторю эту мысль, что Бог не только есть любовь. Ще повторя мисълта, че Бог не е само любовта. Сегодня ЛГБТ или ЛГБТ, аз я не помню, как они называются, да, но это не столь важно, но, хотя это тоже драгоценные души, но они так себя прокламируют. И тези хора от ЛГБТ.
Мы верим в то, что Бог есть любовь. Вярваме, че Бог е любовта. Вот и пусть нас любит такими, какие мы есть. И нека Бог да ни обича такива, какви сме. Нам нравится это делать. Харесва ни да правим това. И мы от этого не собираемся отказываться. И не искаме да отказваме. Но мы пропагандируем това. То, что Бог есть любовь. И казваме, че Бог е любовта. И мы призваны любить друг друга. И сме призвани да обичаме един друг. Посмотрите, какое извращение. Това е извратение. И это прикрывается Божьим словом. И това се прикрива с Божието слово. Я поэтому объясняю, что Бог не только есть любовь. И затова обяснявам, че Бог не е само любовта. Бог он любит нас. Бог ни обича. Но он одновременно ненавидит грех. Но в същото време той ненавижда греха. Он есть ярость, готова пожрать противника. Той е ярост, която е готова да изяде противника си. И он есть огонь поедающий. И той е огън, който пояжда. Он поедает все то, что совершенно не соответствует его Божьей воле. Пояжда всичко, което не съответства на неговата Божия воля. И его Божьей чистоте. И Божията чистота. И его Божьей святости. И Божията святост. И неспроста Содом и Гоморра, они были, что с ними стало? Они были сожжены огнем. Не напрасно това се случило с Содом и Гоморра, защото те са били изгорени. И вы знаете, это не потому, что там творился такой садомизм, да? Това не е защото се случило садонизм. Эту землю давно уже было бы пора сжечь ее, да? То, что сейчас творится, это еще может быть похлеще. Преди время би трябвало да бъде запалена. Чаша Божьего терпения и долготерпения была просто преисполнена тогда. Просто тогава чашата на Божьето терпение се изпълни. И это произошло в тот момент. И това се случи в този момент. Когда к Лоту пришли, кто пришли? Помните? Когда к Лоту ангелы пришли. Ангелите. И когда местные жители, содомляне, узнали о том, что очень красивые мужчины зашли в этот дом. Когда местные жители научиха, че много хубави мъже влязоха в тази къща. Они окружили этот дом. Те заобиколиха тази къща. И стали повелевать Лоту. И започнаха да казват на Лот, чтобы он отдал им этих прекрасных людей. Той да им даде тези прекрасни хора. Потому что они хотят их познать. Защото те искаха да ги познают. Вот перевод говорит о том, что они захотели вступить с ангелами в сексуальные отношения. А превода казва, че те искаха да вступят в сексуални отношения с ангелите. Вот тогда граница была нарушена. И тогава границата беше нарушена. Понимаете, да, о чем я? Поэтому сейчас ЛГБТ становится все наглее и наглее. Затова ЛГБТ стало все по мы хотим на улицах. Те излизат на улицах. Мы хотим в школах. Мы хотим в детских садах, в ясли. В детские городинки. Мы хотим все это вот так. Ну, занимайтесь где-нибудь там втихушку, да, себе. Ну, чтобы вас никто не видел на самом деле. Может, ноги виждат. И потом вас Бог будет судить. И после Бог таки осужда. Но когда вот это вот так вот активно распространяется. Но ако се распространява толкова активно. Вот мы хотим, чтобы все были этим заражены. Че всички да бъдат заразени с това. Ну, то есть грань, которую переступать нельзя. Има граница, която не трябва да се преминава. Аминь. И вы знаете, что... Вот я сделал такой интересный, очень простой вывод, заключение. Направих интересное заключение. Когда я исследовал тему святости. Когато исследвах темата на святост. Давайте мы вместе откроем первое послание от Иоанна. Да, но отворим първо Иоанново послание. Первая глава. Первая глава. С первого стиха. От первого стих. Я сделал такой вывод. Направих таков извод. О том, что святость. Че святост. Она прямо пропорциональна. Че е право пропорционална. Общению. Кому общуване? Общению с Богом Отцом. Общуване с Бог Отец. Общению со святыми Его. Общуване со святите хора. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Посредством Святого Духа. Посредством на Святия Дух. Вот эти вещи, вот эти истины, они очень твердо связаны. И тези истины са много свързани. Хочешь быть святым? Ако искаш да бъдеш свят? Не бойся. Не се бой. То есть имей дерзновение. Имай дерзновение. Библия к этому призывает. Библията призовава към това. Ходить во святая святых Бога. Да отиваш в свети святых. Иметь как можно больше общения со святыми. Да имаш повече общуване со святи хора. Приглашать к себе, ходить в гости. Да ги каниш в къщи, да ходиш на гости у тях. Потому что когда мы общаемся по слову. Защото когато общуваме по словото. Когда мы молимся вместе. Когато се молим заедно. Всегда.
Винаги. Всегда что-то происходит. Винаги се случва нечто. А что происходит? А какво се случва? Происходит освящение. Се случва осветение. Мы освещаемся друг от друга. Заедно се осветяваме. Мы освещаемся от нашего Бога. От нашия Бог. Мы, конечно же, освещаемся от самого Господа Иисуса Христа. От самия Господ Иисус Христос. Потому что Иисус обещал. Защото Иисус. Что там, где двое или трое собраны во имя Мое. Че ако повече от двама трима са събрани в името на Иисус Христос. И не написано, что я буду с вами. Не написано, че ще бъде заед. Написано, я уже посреди вас. Той казва, че вече там. Я уже внутри вас. Вече вътре вас. Я уже в ваших сердцах. Вече съм във вашите сърца. Я уже вас освещаю. Вече ви освещавам. И смотрите, как об этом пишет апостол Иоанн. Апостол любви. Как пишет за това апостол Иоанн? Первое послание от Иоанна, 1 глава с 1 стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. То есть Иоанн буквально пишет, мы это видели. Иоанн казва, че не видяхме това. Мы видели Иисуса. Виждахме Иисус. Мы его слышали. Ние го чувахме. Своими ушами. Со своите уши. Он говорил нам. Той говореше. А мы внимательно слушали каждое слово. И внимательно слушахме всяка дума. Мы впитывали каждое слово. Ние попивахме всяка дума. И более того. И повече от това. Мы даже могли к нему прикоснуться. Дори можехме да го докоснем. Вот в каждый момент. Во всеки момент. Вот этих 3,5 лет. 3,5 години. Он был рядом с нами. Той беше до нас. Мы жили в одном месте. Живеехме в едно място. Мы кушали с одного стола. Ядохме от една маса. Мы пели вместе. Пяхме заедно. Имели самое тесное общение. Имахме много тясно общуване. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Слышите меня, да? Если мы говорим, что мы во свете, мы призваны иметь общение друг с другом. Трябва да имаме общение един с друг. Самое тесное общение. Най-тясно общение. Открывать друг другу свои сердца. Да отваряме сърцата един пред друг. Какие-то свои мечты. Своите мечти. Просите друг у друга, молись за меня, брат. Да молим един друг. Да молись за меня, сестра. Да се молят за нас. Вместе сносить какие-то вот такие тяжелые времена. Заедно да преживяваме тежки моменти. Бремена, тяготы. Някакви тегути. Иметь самое откровенное общение. Да имаме искрено общуване. И в этот момент приходит свет. И в този момент идва светлината. Который изгоняет всякую тьму из наших сердец. Който изгонва всяка тъмнина от нашите сърца. Еще раз 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. В этот момент, в момент, когда мы общаемся, в този момент, когато общуваме, вот насколько важна домашняя церковь. Колко много важна домашна църква. Во время воскресного служения, по време на воскресно служение, мы не имеем, к сожалению, возможности диалога. Няма възможност за диалог. Вопросы и ответы. Вопрос и отговор. И это нормально. Это тоже одна из форм служения. Това е нормално, това е едната от формите на служение. Но написано, Первая апостолская церковь, они каждый день собирались вместе. Но Първа апостолска църква, те се събирали всеки ден. И были они как что? Как одно сердце. И те са били като едно сърце. И как одна душа. Като една душа. Настолько они были открыты друг перед другом. Толкова са били отворени един пред друг. Что у них все было общее. Че всичко, което са имали, било общо. Все жили как одна семья. Всички са живеели като едно семейство. И очень большая семья. Едно голямо семейство. Потому что 3000, потом 5000 человек. Между 3000, 5000 човеци. Огромная семья, и это было просто сверхъестественно. Огромно семейство, и това е било сверхъестественно. И смотрите, какой очень простой вывод, да? Един много прост извод. Мы знаем, что
чтобы войти в общение с Богом, нужно прежде освятиться через кровь Иисуса Христа. Мы знаем, что за да влезем в общение с Богом, треба да се освятим с кровта на Иисус Христос. Ты не можешь войти во святая святых? Не можешь да влезешь в святая святых? Даже с одним малюсеньким грешочком. Ну, дури с один малый грех. Не сможешь. Няма да можешь. Сразу умрешь. Веднага ще умрешь. Но прежде омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа, но преди того, как ты се умеешь с кровью на Иисус Христос, ты можешь входить во святая святых с дерзновением. Можешь да влезешь во святая святых. К какому выводу тогда мы приходим? Каков извод можешь достигнем? Ну, я думаю, что лучше входить. Мисля, че по-добре да влизаме. И стать святым Его. И да станем святи. Я хочу сказать о том, что Бог отвечает только на молитвы святых. Искам да кажа, че Бог отговаря само на молитвите на святи хора. Он отвечает на молитвы грешников только в одном случае. Отговаря на молитвите на грешницы само в един случай. Только в одном случае. Само в един случай. Когда грешник хочет покаяться. Когато грешник иска да се покае. И все. И само това. А в других случаях написано так. А в другите случаи написано така. Молитесь и не получаете. Молитесь и не се получават. Помните, да, это у Якова написано. В Яков пишет това. Почему не получаете? За что не получавате? Потому что просите для вожделений своих. За что-то молите за желания на сердцето си. Воюющих в членах ваших. Които воюват в членовете ви. Бог отвечает только на молитвы святых. Бог отговаря само на молитвите на святи хора. Ты можешь обратиться к Нему во святая святых. Можешь да се обърнеш към Него в святи свят. И в эту же долю секунды получить ответ. И в същата секунда да получишь отговор. И здесь меры нету. И няма мярка. Границ нет. Няма границы. Так велика, широка и невероятная Его любовь. Толкова невероятная любовь тому. К своей невесте. Към своята невеста. Которая без пятна и порока. Която без пятно и порок. Вы понимаете важность святости? Разбираете ли важность на святость? И на самом деле это очень просто. И това много лесно. Святым быть очень просто. А много просто да будешь свят? Нужно просто очень сильно захотеть. Но просто треба да го поискаш много силно. И с дерзновением, омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа. Да умеешь, да сумеешь с кровью на Иисус Христос. Войти во святая святых. Да влезешь во святая святых. И стараться там оставаться. И да се опиташ да оставаш там. Даже живя вот в этом теле. Дори живейки в това тяло. И у меня тут такой призыв написано. Так давайте больше общаться. И имам такой призыв. И три восклицательных знака. Повече тогава. Это я ночью писал. Това го писах през нощта. Сейчас читаю и удивляюсь. Думаю, сега ну, чета и се изненадвам какво написах. Так давайте больше общаться. Во Святом Духе. Да общуваме повече в Святия Дух. По Писанию. По Писанието. В Сыне Его Единородном. В Единородния Син. Иисусе Христе. Иисус Христос. Я открою, я уже иду к концу. Вече свършвам. Но это очень важно, это очень важная тема. Книга Деяний. Книга Деяния. Пятая глава. Пятая глава. С 12 стиха. Он 12 стих. И смотрите, как происходило в Первоапостольской церкви. Как все случилось в Первоапостольской церкви? Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. И вот этот стих, он очень важный, 13-й. 13-й стих много важен. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Кто такие посторонние? Кои са другите? Вот пришел человек из мира. Дойде человек от мир, от света. Собрание святых. В собранието на свете. И вы знаете, если он не покаялся, ако не се покае, он не может войти. Няма да може да влезе. Слышите меня? Мы переживали это тысячи раз. Преживявахме това хиляди пъти. Вот, зашел просто человек из мира. Влиза просто человек от света. Ему сразу становится неуютно. И веднага му става некомфортно. Ему кажется, что все его обличают. Струва му се, че всички го обличават. И все его судят. И всички го осъждат. Ему становится очень неуютно. И ему стало много некомфортно. Ему нужно или покаяться. Трябва да се покае. Или он встает и уходит. Или той става и тръгва. Потому что грех ему не позволяет. Защото греха не му позволява. Не позволяет войти в общение святых. Не му позволява да влезе в общение на святых. Конечно же, не позволит ему войти во святая святых. И няма да му позволи да влезе в святая святых. Потому что он осквернен. Защото той осквернен. Он еще не омыт. Не умит. Ну дай Бог, придет время, да? И он покается.
Может, да дойдет время, и то, что все покаят. Но написано. Но пиши. Из посторонних никто не смел пристать к ним. От другите никто не смеешь, да се присоединим к тях. А народ прославлял их. Следующий стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. И смотрите, как интересно. Из посторонних никто не мог пристать. А верующих прибавлялось каждый Божий день тысячи. Другите не можеха да се присоединят, обаче от верующих множество се присоединявали. Люди каялись, сразу принимали водное крещение, крещение Святым Духом. Приемаха святе. Церковь росла очень невероятно. И церковь-то и разраствовалась много бързо. Тысячи. Хиляди хора са идвали. А посторонние не могли пристать. А другите не са могли да се присоединят. 15 стих. Так что выносили больных на улицах и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень, проходящую Петра, осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духом одержимых, которые и исцелялись все. Слава Богу. Аллилуйя. Я хотел сегодня привести, спросил разрешение у Романа. Вы знаете, каждая проповедь... Она должна иметь прямое отношение к реальности. Треба да има връзка с реалността. Я когда прихожу в чью-то церковь. Когда иду в някаква друга церква. Слушаю проповедника. Слушам проповедник. Я всегда задаю себе вопрос. Винаги си задавам вопрос. Это сейчас Иисус Христос говорит. Това сега казва Иисус Христос. Это Божье Слово говорит. Това Божието Слово казва. Соответствует ли проповедуемое Божьему Слову? И соответствува ли това, което се проповядва на Божието Слово? Проповедуется ли это в силе Святого Духа? И проповедва ли се това в силата на Святия Дух? И еще один вопрос, который я задаю. И еще один вопрос, который я задавал. Какое это отношение имеет лично ко мне? Какова връзка това има към мен? Какое это отношение имеет к нашей реальности? К нашата реалност. Потому что проповедники в последнее время проповедуют о таких вещах. Проповедниците в сегашнее время проповедуют за такива неща. Но это не в осуждение. Не го говоря в осуждане. Ну, которые очень красиво звучат, конечно. Които звучат много красиво. Но мы, люди, не можем их применить в реальной жизни. Но не можем да ги използваме в реалния си живот. Они непрактичны. Не са практични тези неща. А как это применять на практике? Как да използваме това в практиката? Я очень рад, что это нашло отражение в нашей молодежи. И много съм радостен, че това намери отражение в нашите младежи. И буквально вчера я получил письмо от нашего брата Романа. Вчера получил письмо от нашего брата Роман, который видел сон. Който и видел сын. Знаете, вот Слово Божие, кстати, тоже в книге Деяний, но я чуть позже прочитаю. Я прочту письмо. Что прочитаю твое письмо? Добрый день, пастор Геннадий. Мне сегодня снились два довольно тяжелых сна. Добрый день, пастор Геннадий. Днеска снувах два тяжкие сынища. Но я их очень хорошо запомнил, и связаны они как раз-таки с нашей церкви. Много добре ги запомних и са свързани с нашата църква. Я вот поделюсь с вами, надеюсь, вы поможете их понять. Ще споделя с вас и с надявам да ми помогнете да ги разбера. Вот сон. Происходит следующее действие. Мы, молодежь, сидим за столами во дворе церкви. И твой сын, не с молодежью сидим в дворе на церквата. Тут на нас надвигается тьма. И до нас настигает темнина. А из нее видны разные темные человекоподобные силуэты. И от нее се виждат много некакви силуэти, приличащие на хора. Я это увидел и крикнул всем вам, чтобы вы встали и забежали в церковь и закрылись. И видях това и казах, викнах на всички да се скрият в църквата. А сам почему-то остался на улице и разбирался с этой тьмой и кучей силуэтов. Я говорил, чтобы они убирались вон, что это не их территория. Обаче аз останах навънка, не знам защо, и започнах да им казвам да се махат. А в ответ получалось, что они пришли, чтобы нас погубить. И в отговорах и казаха, че той доха да ни погубят. Я говорил, что этого не будет. И тогда, как по щелчку пальцев, я начал испытывать дикую боль. Просто как будто меня раз за разом протыкали копьями, и было очень больно. И когато, я им казах, че няма да стане това. И в този момент испытах силна болка, все едно ме продупчуват с едно копие много пъти. Причем я как будто в реальности испытывал эту боль, и вот меня, получается, так мучают, и я продолжаю говорить, чтобы они убирались. И все равно тази болка я испытывал в реальности, но аз продолжавал да им казвам да се махат. Что они не пройдут, и просто в один момент я начинаю молиться и звать Иисуса на помощь. И в один момент започвам да се моля и да викам Иисус да ми помогне.
Иисус приходит. Иисус идва. Появляется свет огромный. Появилась огромная светлина. Он меня поднимает. Той мне вдига. Дает мне такую силу, что мы влетаем в эту тьму. Дала мне такая сила, что залитаме в тази, влизаме в тази темнина. И без проблем громим эти темные силуэты, и я вообще не чувствую их ударов. И без никакой проблемы побеждаем эти силуэты, и я не усещам техните удари. У меня была сверхъестественная сила и скорость, и вот мы вдвоем их побеждаем вообще без проблем. Имах сверхъестественная сила и скорость, и двамата ги побеждавахме без проблемы. Иисус похлопал меня по плечу, улыбнулся и исчез. Иисус ме потупна по рамото, усмихна се и исчезна. И вокруг все опять стало светло и ярко, и потом я проснулся. На около всичко отново стана светло и ярко, и я се събудих. При этом вот ту боль, которую я испытывал во сне, она была такой сильной, что я как будто испытывал ее в реальности. И тази боль, которую испытывал в сне си, беше толкова силна, все едно беше реална. Поскольку я весь проснулся сжатый и весь собрал полностью всю свою постель. И се събудих в напряжението. Правда, не понял, какую постель. Это железную постель собрал или... Это я шучу. Но, вы знаете, вот мой духовный опыт говорит... Мой духовный опыт казва... О том, что Бог через сны нам показывает... Через сны что-то Бог не показывал. Духовную реальность. Духовную реальность. То, что вне сна я, знаете, вот, ну, трудно восприемлю. Кое-то извън сынищата много трудно до восприема. Ну, то есть в этой жизни это как бы такая какая-то, ну, несуразица. В този живот това е нечто неразбираемо. Что-то похоже на какую-то сказку. Нечто приличащо на приказка. Но во сне мы с этим сталкиваемся как с некой реальностью. Но в своите сынищата се сблъскваме с това все едно е реалност. И это реальная реальность. И това е реална реалност. Та реальность, которая намного реальнее той реальности, в которой мы существуем. И тази реалност е по-реална от тази реалност, в която живеем. Темные силы существуют. И темните сили, те съществуват. И я обычно я говорю о том, что если ты можешь быть мастером спорта. Казвам, че ако можеш да си майстор на спорта. По каким-то единоборствам. Ако някакви единоборства. Ты не сможешь справиться даже с одним бесом. Няма да можеш да се справиш дори с един бес. И они могут легко тебя просто со временем убить и погубить. Те много лесно могат да те убият. Без Иисуса мы ничего не можем в духовной брани. Без Иисуса в духовной войне ничто не можете направим. Я вот увидел, что здесь произошла реальная победа. И видел тук, че се случила реальная победа. И было выбрано правильное оружие. И беше избрано правильное оружие. И правильный способ, метод. И правильный способ. Когда тьма надвигается. Когда темнината идва. Есть только один метод. Има само один метод. Который реально работает и помогает. Който наистина работи и помага. Это призвать имя Иисуса Христа. Това е да призовем името на Иисус Христос. Скажи аминь. Потому что сам ты не справишься. За что ты сам няма да се справиш. И вы знаете, вот этот сон, он полностью совпал с тем, что в реальности происходило. И този сон совпадна с това, което се случва в реалността. То есть у нас в церкви была очень серьезная, мощная атака на нас. И в църквата имахме серьезная атака. Я думаю, что настолько серьезно, что нас просто могли здесь, ну, то есть как церковь, мы бы перестали, могли перестать существовать. Че като църква бихме могли да престанем да съществуваме. Ну, думаю, может быть, продолжали бы существовать. Может, мы продолжаем, да существуем. Но это было на грани невозможного. Но беше на границе с невозможным. Мы собирались с лидерами. Собирахмеся лидерите на церкви. Молились молитва согласия. Молихмеся с молитва на согласие. И на следующий день произошла победа. И на следующий день случай победа. И вот получается, что Роман участвовал в этой духовной брани. И се получава, че Роман участвовал в тази духовна победа. Скажи слава Богу. Слава на Бога. Давайте еще одно место прочту, последнее место. Что прочту про последнее место. И это написано в книге Деяния тоже, вторая глава. Деяния, вторая глава. С 14 стиха. От 14 стих. Так, сейчас что-то зависло. 1 минутку. Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3 час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем.
И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старшие ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на небе, на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Я повторю мысль в заключение. Что ты повторя свой этой мысль? Святость. Святость. Она прямо пропорционально общению во Святом Духе. Тебе право пропорционально на общение во Святе Дух. Мне бы очень хотелось до вас сегодня донести эту главную основную мысль. И много искам да ви кажа тази основна мисъл. Именно по этой причине святость невозможно достигнуть своими человеческими усилиями. Понимаете? Причина святости не может быть достигнута с человеческими усилиями. Делами достигнуть такой святости невозможно. С делами тебя не может быть достигнута. Ну, бесполезно вот так вот кланяться. Твоя напрасно да се кланяешь такая. По тысяче раз. Хиляди пути. Бесполезно ползать там где-то. Да ползишь. И по тысяче раз креститься. И хиляди пути да се прикрещаваш. Это не работает. Това не работи. Об этом не написано в Библии ни одного слова. Това не пиши, за това не пиши в Библията. Бесполезно что-то целовать. И бесполезно да целуваш нечто. Искать какие-то святые мощи. Да търсиш святи мощи. Ну вот есть только один святой. Има само один свят. Через которого мы реально освещаемся. Через който може да се осветим. Потому что так написано. За что-то такая пиши. Есть только одно имя. Има само одно имя. Которым нам надлежит спастись. Со скоето може да се спасим. Есть только один ходатай. Има само один ходатай. Между Богом и человеками. Между Бог. Человек с большой буквы. Человек со с голяма буква. Иисус Христос. Иисус Христос. Бог богов. Бог на боговете. Царь царей. Царь на царете. Господь господствующих. И Господь над на господарите. На господарите. И владыка всех владык. Слава нашему Богу. Слава нашему Бог. Это святость. Тази святость. Которая просто принимается по вере. Която просто се приема по вярата. По вере. По вяра. Понимаете? Это надо просто принять. Просто трябва да се приеме. Господь, я просто принимаю. Господи, просто приемам. Что ты принял решение помиловать меня. Че ти си приел решение да ме помилуваш. Через жертву Господа Иисуса Христа. Через жертвата на Иисус Христос. Что ты захотел осветить меня. Че ти си поискал да ме осветишь. Кровью своего единородного сына. С кровью на свой единороден сын. От всякого греха. От всякаков грях. И омывшись его кровью. И измивайкись с неговата кръв. Я могу с дерзновением. Мога с дерзновением. Я хочу это сделать. Искам да направя това. Я вхожу во святая святых. Влизам в святая святых. К всемогущему Богу. Към всемогущия Бог. К своему Богу Отцу. Към своя Бог Отец. Где могу назвать его папа. Къде ты мога да го нарека тате. И где он называет меня своим ребенком. И къде ты той ме нарича свое дете. И великое приобретение. Твое великое приобретение. И великая власть. Великая власть. Написано быть чадом Божьим. Да будем децата на Бог. Но это вот там вот, во святая святых. Твоя в свята святых. Вы слышите меня? Святость. Это не что-то недосягаемое. Святость не недостижима. Поэтому апостол Павел обращается ко всем церквям. Затова апостол Павел обращается ко всем церквям. Святые, 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 святые. Омытые и освященные. Умитые и освятени. Призванные и отделенные. Призванные и отделенные. Взятые в святой удел. Взятые в свят дял. Мы сами не смогли этого достичь. Сами не го достигнахме сами. Бог нам дал это даром. Бог не даде този дар. Пусть это войдет в вас просто тотально. И нека това да влезе в вашето сърце. В глубину ваших сердец. В глубината на вашите сърца. Скажи, я святой. Кажете, аз съм свят. Не по своим делам. Не со своите дела. Не по своим поступкам. Не со своите поступки. А по вере в моего Господа. А по вярата в моя Господ. Иисуса Христа. Иисус Христос. Потому что Он полюбил меня. За что-то Той ме обикнал. Когда я был еще нечестивым. Когато бях още нечестив. И отделил меня от греха. И Той ме отделил от грях. И сделал меня без пятна и порока. Именно правил без пятной порок. Своей невесты. Своей невеста.
Будьте благословены, братья и сестры. Будете благословенны. Размышляйте еще над этим Божьим Словом. Размышляйте. Пусть оно входит слово, еще и входит в вас. Да влиза в вас още повече. Читайте Слово Божие. Читайте Слово на Бога. Желайте иметь общение со святыми. Искайте да имате общуване со святым. Через какое-то время у нас будут открываться домашние церкви. След время, что открываем домашние церкви. Вот, у нас уже есть ответственный, это пастор Андрей. Вече имаме отговорен пастор Андрей. И потом я верю в то, что наша церковь, она будет постепенно разрастаться именно через домашнюю церковь. И верю, что наша церковь будет разрастаться именно через домашнюю церковь. Где мы будем иметь очень такое близкое и глубокое общение во Святом Духе. Где-то, что имаме близкое и задолбочено общуване со Святия Духа. Давайте мы коротко помолимся. Кратко да се помолим. Склоним наши сердца. Да склоним наши сердца. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, Всемогущий. Господи, благодарим Тебя. За Слово Твое. За Твоето Слово. За Твое Евангелие. За Твоето Евангелие. За Твои заповеди. За Твоите заповеди. За Твою Нагорную проповедь. За Твоето проповедь. За заповеди блаженства, Господь. За заповеди на блаженството. Вот в притчах написано так. В притчах пишет така. Если кто. Ако някой. На добро. За добро. Отвечает злом. На добро отговаря со зло. На добро отвечает злом. На добро отговаря со зло. То зло. Тогава зло. Не отойдет. Няма да се махне. От дома этого человека. От къщата на този човек. Уловите эту уникальную мысль. Но я сегодня хочу продолжить. Искам да продолжам. Это по Нагорной проповеди. Твоя Нагорная проповедь. Но если кто. Ако някой. На всякое зло. На всякакво зло. Силу Иисуса Христа. Со силой на Иисус Христос. Его святой благодать. И Неговата свята благодать. На всякое зло отвечает добром. На всякое зло отговаря с добром. На всякую ненависть любовью. На всякое ненависть с любовью. На всякое проклятие благословением. На всякое проклятие с благословением. И на всякие гонения. И на всякакви гонения. И уничижение. И уничижавание. Подарками. С подаръци. То добро. Тогава добро никогда не отойдет от дома этого человека. Няма да напусне къщата на този човек. Вот это то, что соответствует Евангелию. Това е, което съответства на Евангелие. И мы тебя за это благодарим, Иисус. Благодарим Ти, Иисус, за това. Благодарим безмерно. Благодарим Ти без края. За то, что Ты дал нам такое невероятное оружие. За това, че Ти ни даде това невероятно оръжие. Которое сильнее любого оружия. Което по-силно от всякого оръжия на земята. И это оружие. И това оръжие. Это твоя бесконечная, безграничная любовь. Това е твоята безкрайна любов. Твое Слово Божие. Твое это Слово. Которое есть меч обоюдоострый. Което е меч. Мы тебя благодарим. Благодарим тебя. Еще и еще раз. Още още веднъж. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Иисус Христос и Святия Дух. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия да скажет. Аминь. 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 Аллилуйя.